Вот, чуваки, тут меня, короче, навеяло, да, под венгерскую колбаску. Кстати, колбаска действительно венгерская, колбаска 90 дней выветривалась на свежем воздухе фирмы ПИК. Очень хорошая вещь, обязательно попробуйте. Но ролик не об этом. Помните, давно у нас работал один чел, такой качок, анаболики принимал. Он в моих роликах был, может быть, один или два раза. Я еще говорил, кто там, не хочу говорить плохие слова, потому что здесь Кимочка сидит, кто на меня будет, ну, ругаться, да, то вот этот мальчик с вами разберется. Такой качок стоял на анаболиках. И мне еще Channel Good говорил, что анаболики кушать полезно. А у меня был ролик, где я говорил, что анаболики кушать вредно. Результат, чуваки. Этот чувак, да-да, не удивляйтесь, склеил ласты. Было ему, по-моему, 39 лет, если я не ошибаюсь. Остановилось сердце. Ехал в грузовике, сердце встало. Человек помер. Все, счастливо.